Добрый вечер, дорогие друзья! Приветствуем вас на концерте, получившем название «Sound Paradox». Приветствуем всех тех, кто находится в этом уютном зале, и тех, кто собрался посмотреть данный концерт по ту сторону монитора. Концерт импровизационный, и можно сказать, что он уже второй по счету. Подобный концерт был проведен несколько месяцев назад, и он получил очень хорошие оценки зрителей. Он получил настоящий фурор, поэтому второй подобный импровизационный концерт – это было лишь дело времени. И вот сегодня вы станете свидетелем абсолютной импровизации, то есть вся музыка будет создаваться именно сейчас, в реальном времени. Если в прошлый раз мы наслаждались игрой Имрама и Дмитрия Делэй, то сегодня к ним присоединилась великолепная Марьям, это музыкант-мультиинструменталист. Я сейчас вам представлю всех наших гостей немножко подробнее. Итак, начну с гостя нашего города. Это Дмитрий Перевертень. Это уникальный, очень интересный музыкант, гитарист, мультиинструменталист, фламенкист, человек, который изобрел очень много своих интересных ходов в игре на гитаре, вы сегодня это услышите, а также освоил игру на уникальных инструментах, таких как гусли и бандура. Он и поет, и играет, и сам по себе является человеком-оркестром. Дальше. Марьям. Также можно сказать мультиинструменталист, очень талантливый человек, художник, музыкант, играющий на скрипке, флейте, гитаре, бас-гитаре, ударных и, естественно, клавишных. Марьям пишет собственную музыку, и она пишет уже партии для оркестра. Поэтому я очень надеюсь в ближайшие годы услышать полноценную хорошую пластинку. А также хочу вам представить мастера Имрама, который является поистине уникальным человеком. Это мастер крия, святой науки самореализации, мастер боевых искусств, великолепный психолог и музыкант, который освоил множество музыкальных инструментов, в том числе этнических. Человек, который вдохновляет нас всех бесконечно. Итак, друзья, мы собрались все сегодня здесь для того, чтобы вновь ощутить этот потрясающий момент чистой космической импровизации. Я думаю, что все готовы наслаждаться этой прекрасной музыкой. Поехали!
Дорогие музыканты, это было очень-очень феерично. Я сидел ближе всех к колонке, мне было слышно хорошо. Очень хочется задать вам пару вопросов, если вы не против. Вообще, конечно, хотелось бы узнать о ваших музыкальных предпочтениях, но я по-другому задам вопрос. Вот с кем бы вы хотели записать совмест? Потому что сейчас вы являете нам, по сути, большую продолжительную совместную композицию. Вот с кем бы вы мечтали записать фит, как сейчас принято говорить? Дим? Я думаю, моя мечта уже сбылась. А, здорово. Мы поняли твой намек. Могу сказать, что вот именно об этом я всегда и мечтал. Я мечтал об этом всю свою жизнь, чтобы музыка рождалась сразу, здесь и сейчас, и приобретала идеальную выстроенную форму, не задумываясь и не подготавливаясь к этому. И когда получается, что на этой планете существуют еще такие замечательные люди, и это получается сразу, то есть это как будто уже есть. И вот если отвечать на вопрос, то я бы ни с кем больше не стал бы записывать, кроме как с Имрамом и с Мариам. Здорово, здорово. Да. Я тебя хорошо понимаю. Мастер, мастер. Ну, может быть, вы нам расскажете. Ну, Дима реально опередил меня в этом смысле, да. Я как раз хотел сказать о том, что живая музыка, ну, музыка, любая музыка, она живая, но если мы говорим о том, что прямо здесь и сейчас, как говорят, то, конечно, очень радостно работать вот с таким музыкантом, как Дмитрий, потому что он действительно генерирует идеи прямо вот из себя самого прямо здесь, как Бабаджи, который генерировал энергию жизни и, в принципе, продолжает это делать. Вот. А мы стараемся быть похожи, и столько идей, которые он выдает, столько мы и пытаемся воспринять через вот эти мелодичные какие-то, скажем, сюжеты, да, можно их назвать сюжетами, которые, в общем-то, создают в целом фон. И все рождается спонтанно. В этом-то и красота этого всего. Дмитрий, ну еще к тебе вопрос. Вот ты у нас заявлен как человек, который играет в потоковой импровизации. Прям такое направление. Но скажи пару слов тем музыкантам, которые хотят это освоить. Вообще импровизация, как к ней подойти, как к ней подобраться? И почему это считается высшим классом для музыки? Импровизация — это такой процесс, когда ты сочиняешь и исполняешь одновременно. Есть очень много форм, и в основном традиция вся идет из этнической музыки и уже после из джазовой импровизации. Сейчас очень много есть разных концепций. Вот, например, самые простые — это джемы, когда люди собираются и играют то, что у них в душе. И вот из этого очень интересно как бы вначале представлять и воплощать уже какую-то музыкальную форму. То есть есть много интересных и малых, и крупных форм в музыке. То есть это и композиция, это и танцевальная музыка, или это медитативная музыка, или это уже какая-то симфония. Там есть определенные законы, и если ты ее представляешь уже у себя в голове, то очень интересно ее сразу играть. Но для этого, конечно, нужно владеть инструментом, ну и в первую очередь, даже, наверное, в первую очередь, это не бояться играть. То есть, может быть, играть немного, но играть в нужном месте, в нужное время. Но скажи, вот твой путь к такой потрясающей, действительно потрясающей импровизации, он лежал через вот такие джемы, через вот такие дружеские музыкальные вечеринки, или ты что-то еще особенное делал? Как ты нашел такой общий язык со своей гитарой?
Я много играл сам. Сам для себя. То есть я делал какие-то сольные импровизации. Я потом стал это играть уже на сцене, без каких-то заготовок. И потом я стал уже пробовать с разными музыкантами, вот именно без какой-то предварительной договоренности играть музыку. То есть мы можем договариваться о тональностях, можем определять какое-то количество тактов, ну, то есть какую-то минимальную форму. Или самая простая форма, например, это ну, вот по принципу танцевальной музыки. То есть есть какая-то вступительная часть, потом она переходит в какую-то энергетическую часть, потом она распадается, идет какой-то эмбиент, то есть вне ритма, то есть какой-то пространственный звук. И потом снова идет уже энергетическая часть. И так можно до бесконечности импровизировать. То есть это все очень логично и просто получается. Но в живой музыке просто очень много способов и каких-то средств, именно эффектов, динамики. И получается, что композицию, по сути, какую-то интересную, необычную, необыкновенную, ее сделать достаточно легко. Просто ее нужно представлять. Иногда. Да. Иногда легко. Иногда легко. Вот у меня по этому поводу последний маленький-маленький вопрос. Ведь помимо концертов у вас были еще репетиции. Там тоже, вы же там тоже импровизировали точно так же. Там рождались великолепные какие-то гармонии. Все это записывалось. Вот как-то в будущем вы собираетесь использовать каким-либо образом материал, который создавался за эти два концерта? Есть такие идеи? Да, я думаю, из того материала, который у нас есть, мы можем пригласить хорошего дизайнера, сделать хорошие лекала и сшить новую серию, комплект хорошей одежды. Мы вас поняли. Я, как человек из хип-хопа, разобрал бы вашу музыку на сотни сэмплов. Можно и на сотни тысяч, да. Опыт показывает, что ты так и делаешь. Мы знаем, что у тебя лично есть прекрасные тексты, гениальные тексты. Раз уж мы говорим о нас, давай мы поговорим о тебе буквально теперь маленькую секунду, минутку. Ты славишься тем, что ты пишешь прекрасные тексты, которые раскрывают очень-очень глубинную, я бы сказал, не глубокую, а глубинную суть вообще бытия. Поэтому лично нам очень тоже радостно, если какая-то часть наших сэмплов музыкальных тебе подойдет для того, чтобы ты сделал что-то интересное. По сути, ты являешься законодателем хип-хопа, современного духовного хип-хопа, который является действительно мощным орудием в направлении пробуждения сознания. Очень приятно слышать. Спасибо. Благодарю, мастер. В таком случае, если вы будете делать третий импровизационный концерт, я на одной песенке возьму микрофон и под вас поимпровизирую. Итак, спасибо за ответы, спасибо огромное. Я думаю, что самое время продолжать это волшебство. Так что мы готовы вас слушать. Thank you.
что, друзья, аплодисменты. Спасибо, это было просто-просто феерично. Но я думаю, что сегодняшний концерт Sound Paradox можно назвать очень удачно завершенным. Спасибо тем, кто был с нами в этом зале и по ту сторону экрана. Пусть с вами всегда остается хорошая музыка. Спасибо всем. И еще раз. Давайте похлопаем нашим замечательным музыкантам. Это было нечто. Спасибо, спасибо всем. Давайте поаплодируем лично Дмитрию, Делей, гитара. Марьям, скрипка, джамбе, гитара, еще много разных инструментов. Аплодисменты. Ну и, конечно, аплодисменты мастеру Имраму. Да, да, да. Джейсерам.